Предпринимателя из Бийска обвиняют в краже государственной собственности на сумму свыше 500 000 рублей. Сотрудники транспортной полиции в Алтайском крае завершили расследование уголовного дела о хищении песка. Зная о запрете на реализацию песчано-гравийной смеси, которую добывали в ходе расчистки русла Катуни в Бийском районе, 60-летний предприниматель с мая по август 2018 года похитил почти 2,5 тысячи тонн грунта и в дальнейшем его реализовал. По данным следствия, таким образом он нанес ущерб Министерству природных ресурсов и экологии края на сумму свыше 500 тысяч рублей. Мужчине уже предъявлено обвинение, максимальное наказание за подобное деяние – штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 6 лет.